В России началась бесконечная неделя. Россиянам на этой неделе придется работать 6 дней вместо 5, а затем наступят 4-дневные выходные в связи с празднованием 1 мая, Дня весны и труда, рассказали ТАСС в пресс-службе Роструда. Выходной переносится с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля. Благодаря переносу в праздник весны и труда граждане отдохнут 4 дня с 29 апреля по 2 мая, сообщили в ведомстве. В Роструде добавили, что согласно Трудовому кодексу, рабочий день в субботу 28 апреля, который предшествует выходному, должен быть короче на 1 час. Итак, перед вами голосование. Соцопрос. Чем вы любите заниматься в майские праздники? И три варианта ответов. Ездить на дачу, отдыхать дома и ходить в гости. И третий вариант. Отправиться в небольшое путешествие по России или за рубеж. Ну, естественно, каждый из нас мечтал бы отправиться в небольшое путешествие по России или за рубеж. Но, к сожалению, не каждый может это себе позволить. Учитывая то, что доходы россиян четвертый год подряд падают. Отдыхать дома, ходить в гости – тоже хороший вариант, но хочется все-таки солнышко, хочется выйти на природу, на свежий воздух. И остается первый вариант – ездить на дачу. И как мы видим, 51% наших соотечественников ездят именно на дачу, 35% отдыхают дома и ходят в гости. И только 14% наших соотечественников могут себе позволить отправиться в небольшое путешествие по России или за рубеж. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!